Эдуард Бегезов, главный тренер СК ГМИ, проиграли 0-4 хозяевам. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, я, честно говоря, вот настраивали команду на то, чтобы выиграли, но получается так, что не готовы были, не успели восстановиться, не, в первую очередь психологически. То, что вчера выиграли, они думали, что следующая игра будет, может быть, такая же, а может еще и легче, но не сумели, наверное, настроить, мы сами виноваты тоже, тренера, что не сумели подготовить их к тому. Хотя мы говорили, что проходных игр здесь нету, здесь все игры, люди выходят и отдаются. Это все из области психологии. В дальнейшем это поражение как-то поможет лучше настраиваться на оставшиеся игры? Ну, конечно. Зацикливаться на поражениях не стоит, стоит на ту базу, которая у нас есть, а база хорошая. И мы будем опираться на свою базу, не на эту игру, которая прошла. Естественно, мы извлечем какие-то уроки, мы разберем тщательно вечером всю эту игру. У нас каждый вечер это идет разбор игры. Посмотрим, замечания сделаем, посмотрим и на завтра должны настроиться уже на другую игру. Вначале показалось, что вы контролировали ход игры, потом случился резкий перелом. Из-за чего это произошло, по вашему мнению? Ну, произошло, вначале, естественно, контролировали, были готовы к игре, но потом нелепая ошибка, своя же ошибка. Три гола, которые мы пропустили из-за того, что сделали свои ошибки. Четвертый гол уже был следствием того, что уже 3-0, когда было, уже четвертый гол уже пропустили, уже так, спустя рукава уже играли. Поэтому, к сожалению. Хватит ли сил команде на завтрашнюю встречу? Ну, ребята молодые, конечно. Какая-то вот система подготовки к тому, чтобы каждый день были игры, у нас нету. Но будем стараться какими-то способами их раскрепостить, психологически подготовить. И физически, я думаю, постараемся, чтобы они отдохнули.